Иваново готовится ко второму фестивалю современного искусства «Первая фабрика авангарда». Мероприятие пройдет с 11 по 15 сентября. В этом году программа будет очень насыщенной. Организаторы добавили новые направления. Мы по итогам первого фестиваля посмотрели и добавили несколько направлений, которых не было на первом фестивале. Это такие направления, как литература, музыка. То есть мы впервые подходим вот к этим интересным направлениям деятельности. Ну и, естественно, у нас остается также и авангардное искусство, и хореография, и театральная лаборатория. Всего 8 направлений, достаточно много. Актуальную программу можно найти в интернете. Сейчас она уже практически сверстана. Театралы, например, не только все согласовали, но и приступили к продаже билетов. Цены вполне демократичные. Прежде всего мы ждем приезда известного драматурга Дмитрия Данилова. Он в формате малой сцены на сцене драматического театра будет проходить читка его пьесы. То есть автор читает пьесу. Еще к нам в этом году приезжает легендарный театр «Школа драматического искусства». Основатель этого театра – это Анатолий Васильев. Надо сказать, что этот коллектив чаще всего был гостем европейских фестивалей, и в этом году они впервые приезжают на российский фестиваль именно к нам в город Иваново. Для тех, кто любит читать, фестиваль интеллектуальной литературы имени Натальи Сорот. Он включает в себя большую книжную ярмарку, которая откроется 12 сентября. Литературу можно будет купить по ценам издательств. Более 15 издательств участие в этой книжной ярмарке, которая будет сопровождаться не только продажей интеллектуальных книг и хороших детских книг, но также здесь будет большая программа встречи с писателями, литературными критиками, издателями. Могу сказать, что у нас приезжает литературный критик «Медуза» Галина Юзефович, писатель Алексей Сальников, у него очень известные произведения. Он входит в шорт-лист премии «Большая книга», премии «Нос» и многих других. В меню фестиваля много выставок, лекций и мастер-классов. Изучить программу есть смысл уже сейчас, чтобы знать, куда пойти и что не пропустить. Торжественное открытие состоится 13 сентября во дворе Центра культуры и отдыха. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.